уважаемые родители, дорогие абитуриенты, мы рады приветствовать вас в Московском училище Олимпийского резерва номер 1. Меня зовут Мусульбек София Николаевна, я заместитель директора по учебной работе. В нашем учебном заведении в полном объеме имеются оснащенные современным оборудованием профильные кабинеты. Полученные знания отрабатываются в современных лабораториях физической и функциональной диагностики, действующих на базе медицинского центра училища. Отдельно хотелось бы рассказать о дистанционном обучении. Уже более 2 лет в нашем учебном заведении используется виртуальная обучающая среда Moodle для того, чтобы оставаться на связи с учениками, находящимися на удаленных сборах и соревнованиях. Преподаватели размещают там лекции, тесты и задания для самостоятельной работы. В любое удобное время обучающийся может изучить данные материалы, пройти тестирование и связаться с преподавателем. Наше учебное заведение укомплектовано современными мультимедийными и интерактивными обучающими системами. Электронно-библиотечная система содержит более 128 тысяч изданий, из которых более 40 тысяч – учебные и научные издания по профильным дисциплинам. Также имеется более 2000 аудиоизданий. Спортивная база училища полностью отвечает требованиям образовательных программ в зависимости от выбранного вида спорта. Училище реализует программы начального, основного и среднего общего образования, а также программы среднего профессионального образования по специальности 490201 «Физическая культура» с присвоением квалификации «Педагог по физической культуре и спорту» на базе основного общего и среднего общего образования. Наши выпускники успешно продолжают обучение в ведущих вузах страны. На период обучения предоставляется отсрочка от армии, возможность проживания в общежитии, пользование всеми видами медицинских услуг. Также имеется возможность получения дополнительных образовательных услуг, таких как подготовка к школе, изучение иностранных языков, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Поступайте в училище Олимпийского резерва и готовьтесь к взрослой жизни вместе с нами.